Но все как обычно. Вот именно. На самом интересном месте. Там вот мы уже были, с пирса пришли. Теперь идем дальше. Здесь пляж. Дружный там был пляж. Какой-то забыла. Кафе. Так, это что там? Такие вот лавочки. Везде реклама старого парка. Такие вот красивые газоны. Все ухоженное. Все чистенько. Велосипедные дорожки, как в Геленджике. Он за всем ухаживает, везде все красит, везде убирает. Все время Геленджик и Кабардинка всегда чистенькие, ухоженные. Он уже, да, подготавливается. А сейчас что у нас? 31 января. 31 января, да. Ну, февраль, говорят. Раненько они готовятся. Уже, наверное, отели набронировали. Вон, да. Кися он. Так что в Кабардинке, как в Анапе. Город котиков. Там тоже есть свободные места. И пляж солнечный. Угу. 10? А, ну мы так и помним. Ну и это, как вот, температура воздуха мы мерили, и температура воды мы померили, тоже 10 градусов. Под ключ, это значит, что вы не оплачиваете промежуточные процедуры. Такой комплексный подход позволяет гарантировать высокое качество и изменить его стоимость минимум на 25%. Лавочки, яблочки. Замок страха, зоопарк. Ну, для детей здесь много всего. Ребенку не скучно будет, да? Вот, что-то тоже тут. Я знаю, трасса на тягу тут лазит. Детский, он это, все там. Идет. Машинки он детские. О, для котик какой. Красивый. Леопард. Леопард Тигранович, да? Красивый, да? На скумбрию похож. Красавчик. Все ручные. А? Все такие ручные. Угу. И все такие жирненькие, не худые. Наверное, это коты санаториев, да? Набережная тоже такая не маленькая. Так, вот здесь вот у меня уже батарейка садится. Здесь тоже получается завод. Между нами российским и Кабардинкой. Пляж. Сык. Кафе.
кажется. Там дальше еще продолжается набережная. Но мы уже дальше не пойдем. Это Рика садится. Он тоже котика. Целая куча.